На ледовой арене Дворца спорта имени Александра Винокурова чествовали молодежную хоккейную команду «Кулагер», серебряных призеров чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой. Молодежный состав нашего клуба успешно завершили нынешний сезон. Руководство клуба, тренеры, лучшие игроки получили заслуженные награды. Команде вручили сертификат на сумму 4 миллиона тенге. Это большое достижение. Мы надеялись на них, они оправдали наши надежды, они обошли такие команды, как «Уральские ястребы», хоккейный клуб «Торпедо» Усть-Каменогорск, актюбинскую команду. И в финале данного чемпионата уступили лишь астанинскому «Барысу». Также хотелось бы отметить, что старший тренер молодежного состава хоккейного клуба «Кулагер» Ильгиз Нуриев назначен на пост главного тренера основного состава взрослой команды хоккейного клуба «Кулагер». А на пост молодежного состава хоккейного клуба «Кулагер» назначается Максим Первухин. После чествования спортсменов на льду продолжились хоккейные баталии в рамках открытого международного турнира. На ледовой арене собрались команды из районов Макжана Жумабаева, имени Габита Мусырепова, Петропавловска и Омска. Первыми вышли петропавловцы и сборная района имени Габита Мусырепова. Игра с первых минут выдалась довольно напряженной. Команды сильные, никто друг другу уступать не собирался. Каждый стремился первым открыть счет. Первыми счет открыли мусырепцы. Шайбу ворота соперника забили на 14-й минуте. Буквально через 2 минуты ответную шайбу забросили ворота команды имени Габита Мусырепова. Игра становится накаленной. В итоге первый период заканчивается со счетом 2-1 в пользу мусырепцев. Ну, так скажем, кто еще не совсем устал от хоккея, вот согласились, решили поиграть, в принципе. Скажем, такой завершающий аккорд сезона. Играем с городской командой, ну, команда сильная, ну, мы настраиваемся на победу только. Лидирующие места в турнирной таблице распределились следующим образом. На первом месте команда из Омска, на втором игроки района Макжана Жумабаева, на третьем сборная района имени Габита Мусырепова. Камила Карим, Казбек Аракпаев, МТРК.